Да, это мое самое любимое время недели. Воскресенье и собрание «Дети Хиллсонг онлайн». Наконец-то мы снова вместе. И если ты вдруг не знаешь, как меня зовут, то меня зовут Стас. И я уже не могу дождаться, чтобы рассказать вам, чем же мы сегодня займемся. Но пока... А сейчас будет самое особенное время для нас. Время, когда мы прославляем нашего Бога. Поэтому поднимайся со своего места, поднимай свои руки и пой для Иисуса лучше всех. Мой каждый день ты наполнил смыслом, оживают мечты. С тобою я жизнь разделю, и это мой выбор. Ты изумляешь нас чудесами, нам вечно молоды мы. Свобода прекрасна твоя, ценю каждый день я. Солнце, свет, вижу я сквозь облака. Черно-белое обретет цвета. В тебе все новое, спаситель для меня. В этом жизнь моя. В этом жизнь моя. Укажешь путь и со мной пройдешь все. В твоей любви полнота, жизнь лучшая только в тебе. И это мой выбор, Иисус. Солнце, свет, вижу я сквозь облака. Черно-белое обретет цвета. В тебе все новое, спаситель для меня. В этом жизнь моя. В этом жизнь моя. Ведешь меня туда, где не был я. Окрыляет Бог, любовь твоя. Твоей свободы мне открыта дверь. Бог, ты все, что в жизни нужно мне. Солнце, свет, вижу я сквозь облака. Черно-белое обретет цвета. В тебе все новое, спаситель для меня. Солнце, свет, вижу я сквозь облака. Черно-белое обретет цвета. В тебе все новое, спаситель для меня. В этом жизнь моя. В этом жизнь моя. Ведешь меня туда, где не был я. Окрыляет Бог, любовь твоя. Твоей свободы мне открыта дверь. Бог, ты все, что в жизни нужно мне. Yeah.
Окей, ребят, на этой неделе мы снова говорим о нашей большой теме – Божьи доспехи. Как вы думаете, друзья, а какой же доспех мы еще не посмотрели? Ведь их вообще-то несколько, да? Да нет, мы точно назвали уже все. Тогда, может быть, это броня праведности? Или щит спасения? А еще мы говорили про обувь благовестия, когда мы готовы рассказывать об Иисусе всем вокруг. О, я знаю, мы еще не говорили о шлеме спасения. Та-дам! Знаете, что мне нравится в шлеме спасения? То, что он защищает наши мысли и помогает нам думать о самих себе так, как думает о нас Бог. А знаете, мне кажется, что каждый из нас, ты и ты, хоть раз в жизни надевали на себя что-то вроде шлема. Когда я катаюсь на сноуборде, я обязательно одеваю шлем. Он защищает мою умную голову. Точно-точно, попробуй вспомнить. Например, ты катался на велосипеде или мотоцикле, на тебя обязательно надевали шлем. Или, возможно, ты занимаешься плаванием, и ты используешь в бассейне шапочку для плавания, которая защищает наши волосы от воды. И это тоже немного напоминает шлем. Согласен? Летом мы одеваем шапку или кепку, которая защищает нас от солнца, а зимой носим теплые шапки, чтобы они защищали нашу голову от мороза. Так или иначе, в разных ситуациях наша голова нуждается в защите, но самое главное в нашей голове – это наши мысли, и их нужно защищать особенно сильно. Именно для этого Бог дал нам шлем спасения, чтобы защищать наши мысли от всего неправильного и нечистого. Давай прочитаем в Библии об этом доспехе. Ефесянам 6:17 «Наденьте шлем спасения». Давай прочитаем еще раз. «Наденьте шлем спасения». В этом стихе мне очень нравится слово «наденьте». Ведь это значит, что у нас с тобой всегда есть выбор – быть в шлеме спасения или оставить наши мысли и разум без защиты. И тогда внутрь нас может проникнуть что-то неправильное и неугодное Богу. Если я спрошу тебя, что ты чувствуешь, когда знаешь, что ты спасен, что тебя любят, что Бог подарил тебе вечную жизнь на небесах, ты будешь чувствовать себя счастливым, правильно? Потому что когда мы знаем, что Бог любит нас и всегда с нами, это делает нас счастливыми. Но не всегда в нашей голове только такие хорошие мысли. Часто внутрь нас попадает страх, неуверенность и грусть. Например, кто-то сказал, что ты неудачник, обозвал тебя. Возможно, ты думаешь, что у тебя никогда ничего не получится хорошо. Хорошо учиться, исполнить свои мечты. Может быть, внутри тебя есть мысль, что ты некрасивый, не крутой, не классный. И еще много всякого. Знаешь, это совсем не те мысли и совсем не то, что Бог думает о тебе. Такие мысли не приносят славу Богу и не приносят нам счастья. В Библии есть особенный стих, в котором говорится, что мы должны брать каждую мысль, которая не радует Бога, и делать ее послушной Христу. То есть внутри нас должны оставаться только те мысли, которые радуют Бога и говорят истину о нас. Должен ли быть в наших мыслях страх? Нет. А как насчет неуверенности? Не думаю. Может, Бог хочет, чтобы в наших мыслях жила грусть? Конечно, нет. Бог хочет, чтобы мы носили шлем спасения, который Он нам дал, для того, чтобы охранять наш разум и наши мысли. Ведь когда мы знаем, что Бог спас нас, Бог любит нас и всегда рядом с нами, мы будем жить самой счастливой жизнью. Не знаю, как вы, ребят, но когда кто-то говорит мне спасибо, я чувствую себя так хорошо. Я чувствую себя особенным. И я знаю, что Бог чувствует себя так же, когда мы говорим Ему спасибо. Потому что Он делает прямо сейчас столько потрясающих вещей для меня и тебя. Поэтому сегодня мы будем молиться и говорить Богу спасибо. Бог дал нам шлем спасения. И, может быть, ты еще вспомнишь о каких-нибудь других вещах, которые сделал для тебя Бог. Может быть, за твоих друзей или семью, и за другие классные вещи, которые Он делает в твоей жизни. Давай быть благодарными, потому что быть благодарными – это очень важно и очень здорово. Окей? Готовы молиться? Супер! Давай вместе! Дорогой Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты дал мне шлем спасения.
чтобы защитить мои мысли и мой разум. Спасибо за все чудесные вещи, которые ты делаешь в моей жизни. Аминь. Вставай, вставай быстрее, надо успеть. Да-да, бегом. Ведь это же большое слово. Оно начинается прямо сейчас. Нам нельзя опоздать. Поехали! Он альфа и омега, первый и последний, начало и конец. Он уже идет и награду принесет, каждому он даст награду. И мы все получим по делам своим. Он альфа и омега. Откровение 22, стих 12 и 13. Откровение 22, стих 12 и 13. Альфа и омега, начало и конец. А теперь вы готовы немного поиграть? Отлично! Я с вами! Игра на запоминание. Сейчас ты увидишь на экране несколько животных. У тебя есть 30 секунд, чтобы посмотреть и запомнить столько животных, сколько ты сможешь. Приготовься. 3, 2, 1. Сможешь вспомнить животное в каждом квадратике? Вот еще 30 секунд, чтобы ты вспомнил. Проверь себя. Сколько ты запомнил? Так, держи. Я справился. А вы? Не слышу, вы справились? А, ну вот, другое дело. Сейчас время потренировать не только нашу память, но и наши духовные мышцы. О чем я говорю? Конечно же, о моей вере. Все очень просто. Я задам вам несколько вопросов, а вы подумайте над ответами. Начнем. Итак, первый вопрос. Для чего Бог дал нам шлем спасения? От чего он нас защищает? Или может быть шлем просто для того, чтобы быть красивым? Чтобы мы выглядели как крутые ребята в этом шлеме? Мой второй вопрос. Подумай, от каких мыслей ты счастлив? Говорят ли эти мысли истину о тебе?
Или они говорят что-то плохое? Что тебя больше радует? И вопрос номер 3. Какие мысли в твоей голове тебе нужно сделать послушными Богу? И это серьезный вопрос, поэтому подумай об этом хорошо. Ведь когда мы пускаем в нашу голову неправильные мысли, это не приносит нам счастья и не прославляет Бога. Ты можешь поговорить об этих вопросах со своей семьей на этой неделе, и я знаю, что твои мышцы веры будут становиться еще крепче. Что? Наше время уже подошло к концу? Да ладно! Было так весело сегодня с вами. Мы молились вместе, изучали, что такое шлем спасения, мы пели вместе и веселились. Уже не могу дождаться следующей недели, чтобы увидеться со всеми вами. Посмотрим, что мы там придумаем для вас. Пока!